Всем привет! Вот и закончился челлендж, который длился ровно год. Его мы выполняли вместе с Леной. Знаю, что кто-то из девчонок тоже выполнял это задание, и кто-то еще до сих пор выполняет. Мне писали и делали пометки на своих работах с хэштегами и в Инстаграм, и ВКонтакте. Вот. Так что с 1 мая у нас должен был быть по 1 мая 2022. Работы не должны дублироваться. Если задания подходят, то они все равно не должны дублироваться по именно этому челленджу. Заданий было 20. 6 книг на пружинке, 5 иллюстраций Марии Тролли, 5 иллюстраций в круге, 5 иллюстраций по временам года, 10 иллюстраций с людьми. Так, что у нас еще? 10 иллюстраций в книгах Керби Розанеса, 10 Ханны Карлсон, 10 креативных раскрасках. Так, 5 иллюстраций с цветами, 5 иллюстраций Джоанны Бесфорд, 5 книгах по Гарри Поттера, 10 по Толкину, 10 в творческом рае. Так, 14-е было 6 иллюстраций в Риты Берман, 5 иллюстраций с феями, 10 с мандалами, 10 в книгах Creative Heaven. Так, потом 18-е было 5 иллюстраций в цветовых квестах. Потом 19-е 10 иллюстраций по номерам, но не детских. Вот у меня стоит пометка «Дисней можно». Ну, то есть не совсем в тоненьких таких простеньких иллюстрациях, как, например, от Василия Почкина, да, что-то более посерьезнее. Так, и 10 иллюстраций, это последнее задание, 20-е было, по фильмам, мультфильмам, по книгам и тому подобное. Так, ну и давайте же смотреть, что у меня получилось. Буду стараться побыстрее показывать, сильно задерживаться на работах не буду, потому что эти работы все равно уже, ну как сказать, вы уже видели, но все-таки хотелось бы показать готовые работы по заданиям. И, кстати, внизу под видео будет ссылка на видео Лены, по этому же челленджу можно посмотреть, какие же работы выбрала она и выполнила. Так что давайте посмотрим. Так, 6 книг на пружинке. Первая работа – это «В уютном мире». Вот такая иллюстрация. Следующая – «Планета женщин». То есть с любой пружинкой. Где-то у меня развороты, где-то нет. То есть это не столь важно. Вот такая иллюстрация в «Планете женщин». Некоторые книги будут дублироваться. Вот, например, да, «Ходячие мертвецы». Она на пружинке, но она еще подходит по книгам, фильмам и мультфильмам. То есть могла бы она, ну, тоже она у меня участвует. Но работы не должны дублироваться. То есть если здесь в книге на пружинке я выбрала, например, вот эту иллюстрацию, то есть выполнила, вот. А по фильмам, например, будет уже другая иллюстрация. То есть не будет дублироваться. И, например, сейчас, да, прошел год, и я, например, да, иллюстрациях, там, например, где 10 иллюстраций с людьми, да, я могла бы сейчас какой-то портрет уже, да, ну, то есть пометить. Но нет, я раз уже записала его, например, в июне прошлого года, именно эту раскраску, именно эту иллюстрацию, сейчас я уже не должна менять на другую раскраску. Хоть мне, например, и портрет годичной давности, может быть, не очень не нравится. То есть вот так у нас по-честному. Так, и иллюстрация последняя, 5-я, тоже пружинка в танцах. Вот, Ленки Филоненко. У меня здесь как раз две работы отмечены. Вот такая иллюстрация с девушкой. И вот такая. Следующее у нас задание. 5 иллюстраций в книгах Марии Тролли. В час заката у меня книга завершена, но все-таки я же здесь отмечала работы. Так, здесь у меня вот такая вот. Ну, я записала как разворот. Вот такой вот. Потому что он единым фоном сделан. Так, первая работа. Вторая работа. Как давно это было? Вроде бы год прошел. Так, я даже не знаю, когда это у меня было выполнено. Короче говоря, летом в прошлом году. Вот. И еще одна Мария Тролли. Вот такая.
тоже интересно сейчас посмотреть, что же у меня было отмечено. Так, и еще две работы в дивной луне. Так, здесь вот я уже пометила на другую иллюстрацию, на другое задание. Так, одна у меня вот такая выполнена задание. И вот такой вот разворот. Все, 5 заданий по книгам Марии Тролли выполнены. Так, следующее. 5 иллюстраций в круге. Вот как раз здесь у меня отмечено 5 иллюстраций в круге. Это в дивной луне Марии Тролли выполнена в круге. Вот такая иллюстрация. Так. Следующее в круге. 2 штуки, по-моему, отмечено. 2 иллюстрации в круге жизни. Такая, с жирафами. Интересно выполнять задания и отмечать именно вот по заданиям. Такие вот пауки. И еще одна вот такая. Получается, одна в дивной луне, 3 здесь. Это 4 уже. Я сразу убираю закладки, чтобы следующие пригодились. И одна иллюстрация у меня в круге. В мистерии. Тоже так давно это было. Вот такая вот иллюстрация. Я уже даже, если честно, забыла. Такая мрачная иллюстрация, когда она у меня была раскрашена. Мне просто даже самое интересно. А, не так и давно. Получается, в ноябре, 3 ноября 2021 года у меня была раскрашена эта иллюстрация. Так, продолжаем. Следующие у меня 4 иллюстрации по временам года. Здесь у меня зима в круге жизни. Снежинка. Почему не зима? Очень даже подходит. И льдины. Северный полюс, наверное. И снежок. Так, следующее. Так. 100 осенних иллюстраций. Здесь у меня вот такая осенняя иллюстрация. 2 девочки, я так понимаю, собачонка, листочки осенние, осенняя иллюстрация и 2 иллюстрации прогулки по временам года. Здесь у меня такой вот летний разворот, лето и весна сейчас будет. И весна, 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 вот такая вот весна у нас, весенняя иллюстрация. Затем у нас 10 иллюстраций с людьми. Одна у меня вот такая, это распечатка. Девочка с корзинками. Здесь у меня подложка и акварелью, и спиртовыми маркерами. И потом все дорабатывала карандашами. Смотрю, немножко есть и гуашь. Вот такая вот девочка. Следующая в Амарантин у меня 2 иллюстрации. Одна вот такая девушка в одуванчиках. Ну, так неплохо получилось тоже. Смотрю, практически полностью акварельная работа. И вот такая девушка с подсолнухом. Добавляла я ей веснушки конопушки. Такая вот блондиночка. Вот раскрашивала, смотрю. Кое-где у меня записано на самих раскрасках. Вот в 11 месяце раскрашено. Так, следующее в Энигме. И здесь вот такая колдунья, наверное. Но она же тоже человек, значит, подходит тоже под это задание. Вот такая вот яркая иллюстрация. Закончу танцы, займусь Энигмой. Так, в полуночном маскараде. Сейчас я, конечно, выбрала бы другую иллюстрацию, но в то время была выбрана вот эта. Такая вот девушка. Стараюсь долго не задерживаться, иначе видео будет очень длинное. Так, и Momo Girl. Здесь у меня, мне очень нравится, как получилось. Такая вот иллюстрация. Можно было даже взять ее на по временам года, да, зима. Ну, ничего, она у меня уже отмечена на именно просто как
Иллюстрация с людьми. Так, следующее я посмотрела. Они, правда, в разное время были сделаны. BTS и их друзья. Здесь у меня две иллюстрации отмечены. Здесь вот Джин, такой солист из BTS, раскрашен. И еще одна такая девушка. Ее я особо не знаю, кто это. Я знаю, что это Джису. Певицу зовут. Так, еще у меня отмечена в танцах иллюстрация. И в танцах иллюстрация с людьми. Вот такая вот рокерша, наверное. Вот такая вот тоже довольно-таки яркая иллюстрация. И последняя, десятая иллюстрация. У меня в раскраске от Мариола Будок Zet of Art. И здесь раскрывается эта книга. Ничего страшного. Вот такая вот иллюстрация. С такой вот хищной птицей. Так, шестое задание у нас 10 иллюстраций в книгах Керби Розанса. Так, миф о морфозах. Здесь, наверное, 2 или 3. Так, здесь вот такой вот большой разворот. Здесь, как сейчас помню, была подложка акварельная полностью. И потом все дорабатывала карандашами. И фон все карандашами. И немножечко ручки с блеском есть. Яркий такой разворот. Так, следующее. Вот такой разворот. Я так понимаю, это, наверное, какие-то гоблины, да? Так, и вот такая русалка. Мы привыкли видеть русалок милых, красивых, да, в раскрасках. А здесь, конечно, своеобразные. Так, в метаморфозах здесь одна иллюстрация только. Вот такая. И большее количество в «Хрупком мире». «Хрупкий мир» — это моя сейчас на данный момент самая любимая книга Керби Розанса. Здесь у меня вот такой разворот. Вот эту я отметила, иллюстрацию. Такой разворот. Слон. Так, вот такой. Тоже большой, шикарный такой разворотище. И здесь у меня отмечено вот это. Ну, потому что это не разворот, они просто как типа фоны похожие. А так вообще отмечено у меня именно вот это. Да. Так, 10 работ в книгах Керби Розанса. Затем у нас 10 иллюстраций в книгах Ханны Карлсон. Здесь в «Заколдованном лесу» здесь 2. Вот такой разворот. Я разворот считала как одну работу, как и обычно считаю. И еще вот такая вот девочка-улитка. Так, в дневных грезах здесь одна. Шишки такие вот. Как драгоценные камни. Рассветный час. Вот такая. Так давно сделаны эти работы, я уж даже и не помню. Мне кажется, это летом выполнено или в начале осени. Так, в полуночном маскараде здесь вот такая. Ну, как я, как его разворот и как одну работу считала. Потому что я развороты считаю как одна работа. И вот такая. Так. Мне нравится, как у меня книги Ханны Карлсон заполняются. В волшебной шкатулке. Здесь такая вот девушка. И вот такая. Конечно, сейчас я выбрала бы какую-нибудь другую бы иллюстрацию. Вот помялась так. Карандашами была раскрашена. И она вот как-то
Протекает немножечко фон, потому что акварельный. Она вот как смялась от карандаша. Ну, сейчас бы я, конечно, выбрала другую. Так, времена года. Здесь две иллюстрации. Одна вот такая. С шиповником. И нет, и все. Это не то. Значит, здесь у меня отмечено вот это только. Закладка просто лежит. И сон в летнюю ночь. Здесь вот такая девочка с одуванчиком. Карандашами полностью, смотрю, выполнено. Даже фон не блендерила его, смотрю. Ну, так интересная тоже задумка. Вот такой фон. Он такой, как рельефный получился. Когда вот на акварельной бумаге, когда штрихуешь карандашом, вот такой фон получается. И здесь такой же получился. Так, следующее у нас восьмое задание. 10 иллюстраций в креативных раскрасках. Так. У меня их 4, но задействовано только 3, к сожалению. Но зато задействована вот такая иллюстрация выполнена была. Они, конечно, очень сильно разваливаются, эти книги. Но ничего страшного. Потихонечку буду заклеивать. Такая вот узор. Такие цветочки недавно прям сделано. Так. И вот такая. С бабочками на темном фоне, темно-сером. Так, в прекрасных садах. Очень люблю эти книги. Когда-то мне их все прислала Лена, за что ей огромное спасибо. Вот эта иллюстрация, это было ранее сделано. Вот такие цветочки. Вот это. И вот это. Яркая такая, солнечная, оранжевая. Так, и в винтажных мотивах. Вот такие розочки. Смотрю, полностью выполнено все акварелью, даже без доработки. Скорее всего, наверное, в челлендже была акварелью. Здесь так, и следующее задание. 5 иллюстраций с цветами. Так, в рассветном часу выполнена вот такая работа с цветочками. Ничего так симпатичное, смотрю, карандашами полностью выполнено. В таинственном саду. Все равно в течение года я вот обращаю внимание, что Джоанну Бесфорд я потихонечку все равно раскрашиваю. Знаю, что многие совсем забросили книги Джоанны. Я потихонечку все равно раскрашиваю. Так, что у меня еще? Цветы в танцах. Здесь у меня вот такая девушка с цветами. Смотрю, 12 января. Мне кажется, вот прям ее только раскрашивал 12 января. У меня пометка стоит. Быстро, вообще очень быстро пролетает год. Мне кажется, вот только начали мы этот челлендж, и уже год пролетел. Манго. Здесь девушка с лилиями. Цветы. Неважно, какие цветы, лишь бы иллюстрация была с цветами. И здесь у меня лилии. И в цветочном году вот такая иллюстрация. Выполнена карандашами, немножечко ручки с блеском добавлены, а остальное все карандашами. Бумага в этой раскраске просто шикарная. Так, 10 задание, 5 иллюстраций в книгах Джоанны Бесфорд. Так, фантастические миры. Она появилась не так давно, но в то же время вот уже работы несколько есть. Таинственный сад. Здесь только одна. Вот такой разворот. Ручками гелевыми с блеском сделано. Все переливается. Фон делать не стала. Я делаю, когда по желанию. Мир цветов. Здесь вот такая. Вроде бы простенькая. Но в то же время иллюстрация готова.
Значит, можно было засчитать. Айви чернильная бабочка. Здесь тоже одна. Вот такая. И последняя Джоанны. Зачарованный лес. Здесь у меня вот такая иллюстрация. Это была ранее сделана. Такая вот веселенькая иллюстрация. Смотрю, практически все полностью карандашами сделано. Сделала в круге. Вот такой вот веселенький. Так, следующие у нас 5 иллюстраций в книгах по Гарри Поттеру. У меня 2 книги присылала мне их Диана, за что огромное спасибо. Вот. Так, здесь у нас, значит, такой пёсель. Вот такой разворот. Русалка. И кактус. Буквально прям вот на днях. Не так давно, в мае, выполнено. Так, Гарри Поттер, волшебники, где их искать? Здесь, по-моему, одна. Да, здесь одна, вот с таким поездом. Это было ранее сделано. Так, затем 10 иллюстраций по Толкину. Так как у меня книг 4, и у меня 10 заданий у Лены. Помню, у нее 5 было заданий по Толкину. Вроде бы. Или 10 она тоже делала, но я точно не помню уже. Так, в такой книге «Хоббит». Здесь у меня вот такой голум выполнен акварелью. И вот такой Барт. Люблю тоже эти книжечки очень. Так, другая книга тоже по «Властелину колец». Здесь выполнена тоже не так давно. Арагорн и Арвен. Тут и акварели, и карандаши, и ручки с блеском. Всего понемножку. Так, «Волшебный мир Средиземья». Здесь выполнена вот такая работа. Такие они больше как-то однотипные получаются. Затем книга большая. Вот эта иллюстрация. Это была выполнена ранее. И еще одна. Вот такая. Ну, что, в общем-то, все равно получается довольно-таки симпатично. Так, и фантастические существа мира Толкина. Здесь у нас вот такая иллюстрация, ну такая, ну, простенькая, просто акварельная. Тут вообще не знала, как что раскрасить. Тут только скалы и вот такой вот дяденька. Здесь вот такая. Мне нравится в этой раскраске детской акварелью раскрашивать. Бёрн. Рослые люди. Да, и все. Так. Продолжаем. Так, 13-е задание. 10 иллюстраций в книгах творческого рая. Творческий рай. Это вот такие вот книжечки. Так, 10 иллюстраций. Вот такая. Зёбры, дельфинчики и медузы. Так, сурикаты и вот такие павлины. Люблю эту книгу, тоже она у меня идет на завершение потихоньку. Так, и в волшебных мирах. Так, здесь у меня, ну, вот это выполнено. Затем, так, затем вот это. Тоже ярко, акварелью. И довольно-таки ярко. Такая. И эта книга у меня тоже идет на завершение. Уже осталось меньше половины иллюстрации. Танглы. Здесь одна выполнена. Вот такая вот мандала. Можно было отнести ее в раздел мандалы, но это тоже творческий рай. Выполнено. Так. Моя прогулка по временам года. У меня 2
книги, но я посмотрела по записям, только выполнено. Так, нужно было 6 иллюстраций в книгах Риты Берман. У меня прогулка по временам года и под лупой на дне океана, по-моему. Оля мне дарила эти книги, за что ей огромное спасибо. Но выполнила 6 заданий именно только в этой. Вот такая вербочка. Вот такая иллюстрация. Такая. Такие мыши милейшие. И здесь, по-моему, разворот. Такой вот разворот с подсолнухами. И еще один разворот зимний. Это я, как сейчас помню, в новогоднюю ночь раскрашивала. Так, следующее у нас 5 иллюстраций с феями. Enchantix Fairies. Здесь вот такая феечка. И вот такая. Цветочные феи. Вот такая миленькая маленькая феечка сидит на елочке. Как сейчас помню, так долго почему-то я ее раскрашивала с этими иголочками, пока каждую иголочку прорисовала. Долго очень просидела с шишками тоже. Ну, с удовольствием раскрашивала. Так, дыхание весны. Здесь одна иллюстрация. Вот такая вот феечка. Тут и маркеры, и немножко карандаши, и гель с блесками. Вот. И еще одна феечка у меня в Энигме. Феечки, раз крылышки есть, значит феечка. Вот неважно где. На спине у нее крылышки, на голове. Но все равно феечка. Вот такая вот феечка. Вот 5 работ с феями.